сегодня зима. В воскресенье у нас будет снег. Вот, но я не дождусь снега, поэтому хотя бы нарисую его. Итак. Ой, разбавитель. Итак. Смачиваю холст. Кисть была чуть-чуть припачкана, поэтому она белый выдает. Это разбавитель для того, чтобы краска легко, быстренько входила в холст. Это у нас королевская голубая. Вся картина подвержена вот этому снежному теневому цвету, который голубит. Цвет неба, охра, смотрим, охра и чуть-чуть кадмий красный. Светлые партии любят густую краску, поэтому небо закладываем с густотой. Ну, в меру, конечно. Черный. Черный с розовым и с охрой. Но в пользу черного. Можно дальнему плану плюс голубой. Но в основе черный. И голубизна всюду помигивает. Больше черного, больше розового. Куст второго плана. Он до середины доходит, а дальше идет береговая. Береговая. Тут даже небесно-голубую можно заложить. И вот теневая тоже, которая вдали небесно-голубую он задействовал, художник. А на переднем плане больше сиреневит. То есть розовый и, допустим, королевская голубая. Ну и значительно выше середины уходит линия вот этого плата. К этим всем замесам, которые, собственно, на палитре, ничем особо не выразились, все в этих чернявых тонах. Плюс охра, плюс розовый. И теплый цвет отражения. Плюс белила.
охра черная и синяя, то есть ультрамарин можно задействовать для темности. Ну и чернявость. Можно коричневый. Отражение вертикально по своей природе. А плоскость воды обозначена колебаниями на воде горизонтально. Разбел охры, и здесь свет попадает на плоскость воды и охрянно рыжевато за счет охры и розового немного вот эта теплинка помигивает. И еще больше теплинка, кадмий красный и охра. Трава освещена, сухонькая трава в этой части. Разбелено этот же цвет, стремится к середине по ширине, светится освещенный куст. Другой куст тоже светится. Источник света оттуда. Вот он по левой стороне кустов побивает светом. Так, берем белила, берем кадмий красный и освещенная часть снега сияет как бы рыжим за счет кадмия красного, можно немного с охрой. Кусочки освещенного снега вдали помигивают. И на эту плоскость тоже падает солнечными зайчиками этот самый свет. Еще одно подобное место здесь. И вдали. Интересный момент, что русские художники, исполняя эту работу, в основном сделали бы очень много обобщений. У них в их цеху очень важно, как работа решена. Главное, чтобы она была технически очень изобретательно решена.
в общем-то, в художественном смысле, конечно, это хорошо. Но часто такие работы у русских художников нарочито грубоватые, как бы топором срубленные. Но очень беспокоятся они о том, чтобы понравиться, удивить коллег по цеху. Напротив, поступают американские художники, которые не сталкиваются в цеховую компанию, такие как союзы художников и прочее, и часто очень разрознены и работают себе спокойно дома, не обращая внимания на других коллег, работают так, как им нравится. И, как правило, выписка картин у западных художников значительно выше, чем у русских. И это как бы больше, лучше продается и смотрится неплохо тоже. Вот, понятно, что решенности какие-то, эстетизмы, это прекрасно. Вот, но наши слишком увлекаются этим всем, и в итоге непосвященный в тонкости живописи зритель часто игнорирует работы русских художников. Может быть, поэтому в том числе спрос на живопись сейчас в стране очень низкий. Понятно, что экономические причины тоже есть, но в том числе и такие. И получается, что вот эти недолюбленные, но эффектно решенные картины действительно плохо продаются. Художники сетуют, огорчаются на невоспитанность публики, но тем не менее очень боятся показаться просто вылизывающими картину художниками и, как следствие, не продаются. Ну, примерно так. Так, я все элементы основные сделал. Там еще заборчик, но он какой-то такой, что, может быть, и не надо там заборчик. Ну, кому надо, тот и заборчик может нарисовать. Все, надеюсь, у вас получится. Здесь просто нужно последовательно, настойчиво выполнять задачку за задачкой. Так сверх сложностей вроде не должно возникнуть. До свидания. Тут я осмотрелся и обнаружил, что отражения вот этого дерева у меня и нет. И вот оно теперь есть.